Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Китиса. И как вы понимаете, речь сегодня пойдет о Золотом Тельце. Итак, еврейский народ только что выходит из Египта, ждет самого высокого момента получения Торы. Моше Рабейну отправляется на гору Синай, говорит, через 40 дней я вернусь, жди меня, я приду, и спущу вам ту Тору, которую вы так все жаждете получить. И вот евреи просчитываются, они считают 40 дней, получается не 40, а 39, по их подсчетам 40, Моше не возвращается, у них начинается паника, Моше ушел, он не вернулся, он не вернется, и они начинают делать золотого тельца. Надо сразу пояснить, дать маленькое пояснение, что инициаторами этого процесса и тот, кто возглавил этот процесс, были те евреи, которые присоединились, те египтяне, которые присоединились к еврейскому народу, то есть сделали гиюр, стали евреями, присоединились к еврейскому народу. И они, как именно они, как раз эти египтяне, были инициаторами, потому что им было свойственно служение идолам, свойственно служение различным животным. Это было божество, которому служили в Египте. И поэтому они были инициаторами именно такого, такого божества. Итак, Моше Рабейну спускается с горы Синай, несет в руке две каменные скрижали. В этот момент уже был сделан золотой телец, ему начали поклоняться. Всевышний говорит, спустись, посмотри, что сделал твой народ. Почему твой, как мы сказали, это были те люди, которые присоединились, египтяне, которые присоединились к еврейскому народу. На усмотрение самого Моше, который не посоветовал Всевышнему, а посчитал это правильным вещью и сделал это на свое усмотрение. И Всевышний говорит Моше, посмотри, что там происходит. Вот он спускается и видит, что происходит, начинает наводить порядок. Вот эта история с золотым тельцом. Вкратце, то есть Моше, когда спускается, мы не сказали, он разбивает, это очень важный момент, разбивает две скрижали, разбивает, как объясняет Ребе, на свое усмотрение, Всевышний даже говорит ему за это спасибо, он разбивает эти две скрижали, вот начинается чистка, зачистка в еврейском стане, после этого он поднимается обратно, вымаливает прощение для еврейского народа. И после этого происходит несколько вещей. Пишется, что когда евреи получали Тору, они могли бы просто пройти, уже бы не было вообще понятия смерти, если бы они не сделали золотого тельца. И многое-многое другое. Но тем не менее, Моше умудряется выпросить прощение у еврейского народа, несмотря на то, что сам Всевышний говорит, давай уничтожу этот народ, от тебя произведу новое потомство, новый народ. Моше не соглашается, мы об этом говорили в предыдущей книге, в предыдущей главе. Моше не соглашается на это, и еврейский народ остается существовать, он заступается за него до последнего момента, потом приносит им две другие каменные скрижали взамен этих. Вот. И это вкратце история о том, что произошло. Теперь у нас возникает, конечно, у любого нормального человека возникает много вопросов на эту тему. Как вообще евреи могли сделать золотого тельца? Как могли поклоняться ему? Как могли говорить, что это тот телец, который тоже божество, которое вывело нас из Египта? Ведь понятно, что даже жующий траву телец из золота не может вывести евреев из Египта. И они прекрасно видели, кто вывел из Египта, прекрасно знали, что есть Всевышний. Что же такое произошло? Давайте мы попробуем разобрать вместе с вами это более подробно, чуть-чуть более подробно, чем обычно. И поэтому давайте начнем с того, что изначально, когда евреи делали золотого тельца, подчеркивает Любавичский Рэбе, они искали замену Моше. То есть потому что Моше не возвращается, и нужно, чтобы кто-то соединял. Они искали посредника между Богом и еврейским народом. Они не могли общаться напрямую, для этого для них это было очень сложно. И поэтому им нужен был кто-то, кто будет общаться. Но что такое настоящий посредник, мы об этом поговорим в других книгах, в других главах, немножко подробнее. Потому что настоящий посредник это вот тот человек, у которого нет своего «я». Того, что нету своего «я». Как мы говорили, чем лучше проводник, тем меньше у него сопротивления, тем меньше у человека своей сущности. И понимая, что все смотрели на Моше Рабейну, все, что говорил Моше Рабейну, прекрасно понимали, что это не идет от него. Никто не считал его за Богом, все понимали, что он просто простой передатчик, и из его уст говорит сам Всевышний. И поэтому ни у кого не было даже мысли поклоняться Моше и всему остальному. Но как же произошло, что они да, начали поклоняться именно тельцу? На это есть объяснение в другой беседе, которую мы скажем только кратце, потому что когда убирает главу поколения, и когда не слушает главу поколения, и когда начинает делать что-то другое, то в результате появляется понятие идолопоклонства. И для начала, прежде чем это объяснить, я хочу вам попробовать объяснить, что такое вообще идолопоклонство как таковое, по мнению Рамбама. То есть вообще для нас сейчас трудно вообще представить,
идолопоклонство, которое раньше было очень популярно. Почему это так происходит, мы уже об этом с вами говорим, что еврейский народ был очень часто запятнан в этом грехе, потому что идолопоклонство было такое желание к идолопоклонству раньше, то, что сейчас нету, я сейчас объясню почему. Как к примеру, да, то есть если мы скажем, что мы пойдем по пляжу и увидим там обнаженную девушку там, или еще что-то такое, то нас к этому тянет. То есть как тянет сейчас к разврату, то есть так же тянуло, не дай бог, да, к идолопоклонству. Человек проходил мимо какой-то там церкви или еще что-то в тот момент, ему жутко хотелось зайти подсмотреть, как когда человек заходит в женскую баню. Помните, как в том анекдоте, извините за пошлость анекдота, да, когда в пожарную часть поступил звонок, что горит женская баня. Вот, и пожарники летят на всех парах, вот, приезжают к бане, и там стоит мужик, смотрит, говорит: ой, вы все, уже поздно, все, можете уезжать, все пропустили. Они говорят: как же, там же мы еще можем потушить. Он говорит: да нет, вы не это пропустили, вы пропустили, как голые женщины разбегались. Да? Окей, мы понимаем, что соблазны есть разные, но в тот момент соблазн поклонения вообще идолу был настолько велик, который потом только ушел сердец евреев благодаря молитве, которую сделали наши мудрецы. Но мудрецы долго молились, чтобы Всевышний забрал это таву, вот это вот желание. Там несколько желаний. Первое это таву, потом инцест, чтобы не было инцеста. Вот Всевышний сначала услышал их молитву и сказал, что не будет больше такого желания поклоняться идолам. И он забрал это взамен на другие соблазны. Там мы об этом не будем сейчас говорить. Вот потом, после того, как он забрал это, пишется, что он забрал это. И также прошло после этого пророчество в еврейском народе. Как было забрана тяга к идолопоклонству, так же и ушло пророчество. Потом они просили инцест, чтобы не было, и Всевышний тоже это учел, потому что очень тяжело было, потому что, как мы понимаем, на самом деле для нет никого в семье ближе, чем брат и сестра, они как бы вместе растут и все остальное. И была большая тяга, которую сейчас мы тоже нормальный человек не понимает. Но нормальный человек не понимает, как может быть тяга у сына к матери, у отца к дочери, потому что это ненормально сейчас, но это когда-то вызывало большое вожделение и большое желание. И наши мудрецы вымолили это, и это перестало быть, существовать как таковое. И то же самое, что касается идолопоклонства. Теперь раньше идолопоклонство вызывало огромнейшую тягу. На самом деле Рамбам квалифицирует идолопоклонство это придавание значения промежуточному звену. То есть как это можно объяснить? Когда человек придает значение чему-то промежуточному через что-то, то, что Всевышний осуществляет свою задумку влияния на этот мир. Это могут быть звезды, потому что мы знаем, что через звезды Всевышний управляет тоже этим миром. Это могут быть другие вещи, которые Всевышний управляет. То есть Всевышний сотворил природу специальным образом, и через эту природу Всевышний ее делает, что все законы природы как-то связаны друг с другом, и человек, поклоняясь тем или иным законам природы, пытается выделить их отдельно. То же самое, поэтому нам запрещено колдовство и другие вещи, которые влияют на какие-то посредника, на какую-то часть. Это, к примеру, что если идет нефтепровод, да, и кто-то вклинивается в этот нефтепровод и начинает качать оттуда. То есть есть вещи, которые пытаются повлиять, и которые пытаются повлиять на какое-то промежуточное звено. Он молится этому промежуточному звену, и тем самым он придает ему особое значение, иногда даже силу, иногда дает силу особо этому звену. И это называется идолопоклонство. То есть идолопоклонство может быть выражаться в любой вещи. То есть идолопоклонство может быть простой счет в банке, который человек уверен, что благодаря этому счету, то, что у него есть большая сумма денег в банке, он обеспечен на всю жизнь. То есть человека уверенность в материальной вещи. То есть ведь деньги и счет в банке – это всего лишь средства, которые дает Всевышний для того, чтобы еврей жил богато, счастливо и все остальное. Но понятно, что это идет от Всевышнего. Когда человек не понимает, что это идет от Всевышнего, отделяет отдельно финансовую прибыль, финансовые деньги и на этом строит свою уверенность в завтрашний день, это и называется тоже идолопоклонство. То есть тоже идолопоклонство. Что еще называется идолопоклонством, как мы знаем? Объясняется в книге Тания, что человек, который сердится, он как будто бы совершает идолопоклонство. Почему? Если он сердится на другого. Потому что он считает, что другой человек является причиной его бедствий. То есть он не смотрит в корень, что причина его бедствий, потому что Всевышний так захотел. И он видит другого человека, который действительно ответственный за то, что он делает. Но тем не менее он считает, что именно этот человек является его преградой. И он не думает, что этого человека послал сам Бог для него, да, и наказание у него идет сверху, а не от этого человека.
Да, понятно, что мы уже говорили, что это человек, который будет в наказании, поэтому, когда мы сердимся на сегодняшний день, на сегодняшнюю ситуацию, все, мы не верим, мы сердимся или на самого Бога, и если мы сердимся на посредничество, то мы видим посредничество. Один из примеров, который я приводил, человек идет по улице в шаббат, находит там большую сумму долларов, если это не в Одессе, в Одессе это опасно, потому что это подстава, как правило, но если он находит по-настоящему сумму долларов, он понимает, что в шаббат он не может взять, и он начинает его погружать в мысли, я бы взял, дал бы этот сдоку и все остальное. Теперь человек должен подумать, если Всевышний хочет, чтобы он это взял или не хочет, и кто эти деньги положил. Если он знает, что это положил Всевышний, что он хозяин этих денег, что это вышло так, что человек другой потерял, или там они оказались по Всевышнему, то он знает, что Всевышний не хочет, чтобы он нарушал шаббат, и он не нарушит шаббат. Но если человек подумает, что вот эта сумма денег для него дороже и важнее, чем соблюдение шаббата или еще что-то, тем самым он дает этой сумме денег как будто бы идолопоклонство, это настоящее идолопоклонство, то, что квалифицирует Рамбам как посредничество, которому мы придаем силу. То есть теперь мы больше понимаем, что произошло там на самом деле, что они хотели посредника, а потом этому посреднику начали придавать значение больше, чем самому Всевышнему, и считать, что от него это произошло. Но, тем не менее, мы возвращаемся, как это физически произошло. Физически это произошло очень странно и непонятно. Евреи же взяли 39 дней, понимали, что очень тяжело подняться настоящему человеку без еды и питья и вернуться оттуда. Вот. А паника началась как раз, когда... Пишется, что Сатан показал смерть Моше. Сатан показал смерть Моше. То есть, есть мидраш, который рассказывает, что когда еврейский народ ждал его, и он не дождался, он видел, как будто бы хоронит Моше. Вот Моше берут и хоронят. То есть, и весь еврейский народ это увидел. И поэтому они сказали, о, ну как, если Моше похоронили, еще мы никого не видели, кто оттуда возвращался, значит, Моше ошибся. Очень интересная вещь, что Насиадор, глава поколения, не может ошибаться. То есть, если Моше сказал, что он вернется, значит, он вернется. И это произошло с коленом Леви. Очень интересный парадокс, который произошел с коленом Леви. Колено Леви, из которого был сам Моше, они знали, что Моше не может ошибаться. Как помните, в Одессе говорят, умер, шмумер, лишь бы был здоров. К ним подходят, говорят, ну давайте, Моше не вернулся, будем строить золотого тельца. Подходят и говорят. Они говорят, нет, мы не пойдем, Моше обещал вернуться. Но он же не вернулся. Ну не вернулся, но обещал вернуться. Как он вернется, если он умер? Ну, то есть, умер, шмумер, лишь бы был здоров. Они говорят, не знаем как, но он должен вернуться. Это нас, мы не знаем как, мы не понимаем, что с нами произошло, потому что мы знаем, что Моше должен вернуться. Он обещал, он выполнит. Не может быть по-другому, потому что это Моше Рабейну. И поэтому они их не понимали. Они говорят, вы что, ну, идиоты, вы же видите реальную смерть, вы видите, как человека похоронили, вы видите похороны своими глазами. Неужели это на вас не повлияло, чтобы вы сказали, да, то есть, как бы... Что вот, это надо делать что-то другое, там, выбирать человека, почему не выбрали Арона, это отдельная причина. Выбирать другого человека, надо менять руководителя, делать что-то дальше, потому что не срослось, не сбылось, ну, не получилось, ну, неудачно, да, то есть надо идти дальше. И колено Леви осталось верно этому, несмотря на то, что это противоречило здравому смыслу, логике и пониманию, колено Леви осталось верное. Не только колено Леви, были и другие люди наверняка, но в основном это было колено Леви, левиты, которые и заслужили то, что они свои функции, которые они выполняют, праведное колено. Итак, что мы хотим сказать? Что я хочу сказать? В Хабаде иногда похожая ситуация, да, мы видели своими глазами, как хоронили Ребе, там кто-то видел, слава Богу, я не видел. Вот, как происходило то, что происходило. Ребе обещал, что наше поколение – это последнее поколение перед приходом Машеха. Предыдущий Ребе это говорил. Все знаки были на Ребе, что Ребе – это Машех. Все это было понятно. Ребе сказал, вот-вот-вот Машех придет, вот надо только дождаться, и все. И тут мы видим то, что видим. И что происходит? Что люди говорят, ну не произошло, ну не было. Но мы, как в том истории, которая сегодня очень близка каждому хабаднику, понимаем, что если Ребе что-то обещал, невозможно, чтобы это не сбылось. До сегодняшнего дня, до сегодняшнего момента нет ни одной вещи, ни одной цитаты, ни одного действия, которое Ребе сказал, и не случилось. Не только Ребе, а все Ребеим. То есть случалась каждая деталь, потому что Ребе это Ребе. Ребе не может сказать то, что не может случиться. И так как все случилось, кроме последней вещи, которая что вот-вот-вот раскроется Машиах, то понятно, что это тоже случится. И здесь мы приходим на ту же ступень, когда сказал, что сказал еврейский народ, да, что-то сказал с колена Леви. Умер. Видели смерть, видели. Видели, как хоронили, видели. Видели все, видели. Но он обещал вернуться, значит он вернется. Как? Не знаю. Вы понимаете, к чему я это говорю, но мы возвращаемся к нашим баранам, как говорится, мы возвращаемся к нашим евреям, которые сделали себе божество.
Как же такое происходило? Почему никто не пытался остановиться? Пытался остановить и Хур. Хура, добрые евреи, закидали камнями за то, что он мешал вот такому задумке там, золотого тельца и все остальное. Следующий на счету был Арон. И это тоже непонятно. Мы сейчас постараемся оправдать, объяснить, почему такое произошло, почему именно Арон для нас нужен, и почему Арон впоследствии был тот, кто искуплял грех золотого тельца для всего еврейского народа. Самый там дорогой человек. И самое интересное, Моше, возглас Моше, который спускается, говорит, что тебе сделал этот народ, что ты для него привел к такому греху? И что он ему отвечает? Ты же сам понимаешь, что за народ. То есть какой-то диалог непонятный. Мы должны разобрать это. Теперь, когда Арон видит, что толпа чего-то хочет, и она убивает его племянника, ему не проблема умереть. Вопрос, задумка, чтобы он умер или нет. Он думает, нужно спасти еврейский народ, даже путем самопожертвования. Я буду делать такие, я знаю, что Моше вернется. То есть, если я скажу, я буду руководителем, это не будет этого поклонства, но я не руководитель, потому что есть Моше. Невозможно, чтобы стал другой руководитель без Моше. Поэтому, он говорит, я создам такие условия, которые никогда они не смогут выполнить, и поэтому Моше вернется, осталось какие-то полдня, чтобы он вернулся, и тогда все будет хорошо, все будет отлично, все будет понятно. И он говорит, возьмите золото, то есть из золота из украшения ваших жен. Женщина не так просто расстается со своим золотом, со своими украшениями. Вот, и мы будем, скажем, на будущее в заслугу женщин, что когда коснулось строительство храма, женщины отдали все свои украшения. То есть на строительство тельца они не хотели давать свои украшения. Чувствовали, как женщина чувствует, не знаю, не отдали украшения. То есть поэтому он знал, что это будет долго собрать. Вы знаете, как долго собирать вообще что-то, какие-то деньги, какое-то строительство. А тут построили золотого тельца буквально за считанные минуты. Потом он понимал, что это золото, это громаднейшее количество золота, надо собрать. Надо кинуть, надо переплавить, а потом с этой глыбы золота начать отчеканивать. Он сказал, только я могу отчеканивать. То есть получается, что точно сутки он рассчитал, ну никак невозможно, чтобы они не прошли. Поэтому он думает, а тут придет Моше, и все станет на свои места. Он начинает это делать, и тут он не рассчитал, пишет Мидраш, что был такой Миха, который один из грешных евреев, я не буду вдаваться в подробности, как он оказался в еврейском народе, что Моше его спас из стены, когда его пытались замуровать и все остальное. То есть Всевышний сказал, что это грешные души этих детей, которые умирают, он все равно одного спас по разрешению Всевышнего. И этот ребенок, когда поднимали могилу Иосифа, то есть там был специально такой таз, который кинули туда, на нем было начертано там Аль-Шор, то есть, ну, то есть пишется, что его называют Шором, то есть Иосифа как бык, то есть благословение, которое дает ему Иосиф, встань, пойди. И вот эту вот вещь он кинул в огонь и вышел этот вот... именно этот телец. Это было чудо, это было колдовство. Есть мнение, что египетские бывшие колдуны помогли этому. И он вышел тут же готовый. И этого Арон не ожидал. То есть тут уже была подстава. То есть он вышел готовый, и тогда Арон схватил зубивый молоток и делал вид, что он его обрабатывает. Но народ тоже были не дураки, они понимали, что Моше, что Арон тянет время, они тут двинули Арона в сторону, говорит, ты свою работу сделал, гуляй, свободен. И пишется, кстати, очень интересный мидраш, что этот Шор, он как бы ожил, да, то есть при помощи вот этого голодовства, вот этих всех вещей, он ходил, жевал траву, дышал, все остальное, как настоящий бычок, как живой бычок. И тут началось поклонение ему как идолу. Вот этот вот момент был самый трагичный момент, когда уже был переступлен определенный порог. И в этот момент Моше спускается и разбивает две каменные скрижали. Здесь я хотел привязать вторую беседу Ребе. Почему Моше разбивает? Потому что связывает дарование Торы, дарование скрижали Завета, как брачный договор между еврейским народом и Всевышним. Еврейский народ – это невеста, Всевышний – это жених, а брачный договор – это ктуба, который – это скрижали Завета. И что пишет в скрижалях Завета? Не создавай себе изваяния, идола и все остальное. И сравнивают наши мудрецы, это как невеста, которая во время свадьбы, да, изменяет своему жениху. И поэтому в этот момент самый страшный. И если этот момент обнаруживается, еврейского народа, получается, должен уничтожить. Поэтому что делает Моше Рабейну? Он разбивает эти скрижали завета в том, что нету ктубы, нету брачного договора, значит, она еще свободна. То есть, чтобы спасти еврейский народ, Всевышний Моше делает такую вещь. То есть, он разбивает скрижали завета, которые сам Всевышний дал ему. Святые скрижали. Он для того, чтобы спасти еврейский народ, это делает. И Всевышний ему говорит... Да, это большая вещь, которую ты сделал. Спасибо. Другими словами, есть объяснение там, что он ему говорит спасибо. У нас остается вопрос, да, то есть пишется, что впоследствии эти скрижали старые положили в ковчег Завета.
положили в Ковчег Завета. Если их положили в Ковчег Завета, зачем? Ведь это вещь, которая намекает нам о чем? О том, что мы согрешили, мы сделали тельца. То есть вещи, которые наоборот, их нужно было бы по логике вещей, не дай бог, уничтожить, спрятать, разрушить, сделать все, что мы о них забыли. Почему? Потому что это нам прямое напоминание о том, что мы сотворили. Да? То есть, но его ложат именно в Ковчег Завета, который является именно все строительство мешкана и храма, оно является как бы искуплением золотого тельца. Если это искупление золотого тельца, то как же именно там показывают евреям, что это вот это разбитые скрижали. И тут мы постараемся объяснить очень важную вещь, что действие Моше Рабейну еще произвело огромное впечатление на еврейский народ. Когда еврейский народ увидел, как Моше разбивает эти скрижали, они поняли, что как будто бы на первый взгляд разрывается завет со Всевышним. Они поняли, какой грех страшный они совершили. И это их просто взбудоражило. Это просто, что их сотрясло. Как пишется, и содрогнулся весь народ, содрогнулся от содеянного. Они осознали то, что они сделали. До этого они не осознали. То есть не осознавали. Они думали, что они делают простого посредника. Но тут, когда разбивается скрижали завета, на которых пишется, не создавай себе никакого изваяния, ничего, что я Господь Бог твой, они осознали, они вздрогнули, встрепенулись, не знаю, какое слово к этому подобрать больше, как объясняет Рэба. То есть это было такое сотрясение для них, что оно повлияло на то, что они захотели сделать самое большое раскаяние. Они поняли глубину своего страшного поступка. Это осознавание глубины своего страшного поступка. И это была причина, по которой разбил Моше скрижали, чтобы именно вот такое состояние у евреев настало. Именно такое состояние способно изменить евреев. Пишется в книге Тания, что то, что происходит с евреем, когда он грешит, это не просто так. То есть, как еврей, когда он согрешил, то есть это происходит по определенной задумке. Не поймите меня неправильно, это не значит, что еврей не несет наказание и ответственность за то, что он делает. Но подход очень интересный. Все, что касается золотого тельца, все было так сделано, как будто бы Всевышний сам сподвигнул народ, то есть тем, что он сокрыл Моше и все остальное, еврейский народ успел сделать золотого тельца, как будто бы он его подталкивал на это. То есть он не то, что у них не было ответа, понятно, что они делали сами, но он им позволил, он там делал, там много комментариев, которые можно было сделать. И благодаря тому, что они осознали и содрогнулись, они начали ценить по-настоящему Тору. К сожалению, есть такая фраза, мы ценим лишь то, что теряем. В тот момент, когда мы понимаем, что мы что-то можем потерять, тогда у нас возникает желание вернуть это обратно. И вот это желание называется в Тане, и не только в Тане, во всем мире, это называется чува. Это возвращение ко Всевышнему, к тому источнику, к тому, что ты мог потерять, того, что ты решаешься. И здесь мы приходим к более еще одному глубокому смыслу, то, что объясняется в книге Тане. Пишется, что человек, когда грешит, кто его соблазняет на грех? Его соблазняет на гнев, его же Ецарара, то есть Сатан, которого посылает Всевышний, он выполняет задачу, он его соблазняет. Он ему говорит, никто не увидит, никто не узнает. Потом же он его начинает обвинять, что это из-за тебя ты такой. Это. И тот же он является судьей, он судит его, и тут же он его забирает, то есть он его и наказывает. То есть у него есть определенные функции, он это производит с человеком. И поэтому, когда человек согрешил, он должен понять, что все, что с ним произошло, происходит для задумки Всевышнего. Любой грех, на котором мы находились, он для того, чтобы мы смогли исправить этот грех и подняться на более высокую ступень праведности. Если с нами такое свершилось, это не значит, что мы можем изначально такое делать, но это понятно, что это произошло. Раз произошло, значит, у Всевышнего в плане было, что это произойдет. А раз это произойдет, это для того, чтобы мы после этого стали на более высокую ступень, как мы уже с вами говорили, что там, где стоят праведники, да, балетшувот, то есть где-то стоят, кто-то сделал чуву, там праведники не могут стоять. Праведники не могут достигнуть такого уровня, который достигает балетшува. Почему? Потому что праведник изначально не взаимодействует с некошерными вещами. С запрещенными вещами праведник не взаимодействует. Он взаимодействует только с разрешенными вещами. Поэтому праведник не может поднять свинину к святости, потому что она, в принципе, не предназначена для этого. Но человек, который согрешил, не дай бог, ел это запретное мясо, который делал другой грех, да, то есть и в тот момент, когда он делает настоящее раскаяние, которое меняет его полностью, что он содрогается от того, что он делал раньше, и для него это настолько ужас, что он даже боится вспомнить об этом, ему противно об этом вспоминать, вот такое раскаяние превращает эту свинину, эти вещи, которые некошерные вещи, которые он делал, поднимает на святость, которые не должны даже были подняться на святость. Благодаря этому
Он в состоянии, в способности поднять в святость то, что праведник изначально не соприкасается с этими вещами. А мы соприкасались, как говорил Равин в Одессе, кто здесь не пробовал свинину, пусть кинет меня в камень. Да? Он говорил такая фраза, да? К сожалению, на Украине она очень актуальна, к сожалению, евреи были рассеяны, были это вот, и такое дело. Ну, окей, не в этом смысл. Смысл в том, что человек, если согрешил, он должен не содрогаться. Содрогаться он должен. Сначала он должен содрогнуться, он должен понять, какую ошибку он сделал, но не надо плакать поэтому, нужно исправлять, потому что он должен подумать. Раз такое случилось, значит, Всевышний хочет, чтобы я поднялся на более высокую ступень после этого. Да? То есть, чтобы я стал на более высокую ступень. То, что со мной произошло, чтобы я стал на более высокую ступень. Друзья, мы с вами иногда не задумываемся о будничности, которая у нас есть в жизни. Иногда мы живем и начинаем потихоньку забывать о Всевышнем. Да? То есть, полностью забывать о Всевышнем. Мы привыкли в рутине, жить в рутине, двигаться в рутине, занятий в рутине этого дня. И мы в этой рутине запутываемся, живем, и мы тут грязнем в этой рутине. И иногда мы совершаем какую-то ошибку за ошибкой. И в тот момент, когда мы совершаем что-то серьезное и осознаем это содрогает нас настолько, что мы вдруг понимаем, где мы находимся. То есть мы понимаем, где мы находимся. Очень известная вещь, что еврей не хочет быть оторван от Всевышнего. Так говорит Рэбе. Еврей не может и не хочет быть оторван от Всевышнего. Почему он грешит? Потому что ему кажется, что его грехи, вот эти маленькие грехи, они его не отрывают от Всевышнего. Это какие-то маленькие проступки, которые не нарушают корень связи. Но когда он понимает что-то страшное, которое он совершил, что это действительно что-то страшное, если он до этого, так он это не совершит, пишется. Помните даже историю про еврейского вора, да, праведный вор, да? Когда поймали воришку, который был в команде, он был евреем, и он не религиозным евреем, и они грабили какую-то церковь, и то есть, он был форточник, он был такой маленький, который пролазил, все, и вот когда его споймали, то есть увидели, это еврей, и он сказал, тогда ксенз говорит, или ты крестишься, да, или мы тебя там опускаем бочку там с дегтем, с этим, да, со смолой, то есть мучительной смерти, выбирай, и если ты крестишься, мы тебя полностью оправдываем, опускаем, ты один среди нас. И он кричал, Мошка вор, но Мошка не предатель, то есть он не может предать Всевышнего. То есть, и у него на могиле, когда его убили за то, что он отказался принять христианство, написали Мошка праведный вор. Такое сочетание, которое в принципе невозможно. Мошка праведный вор. Почему же у него такое произошло? Почему у многих евреев, когда касается вопрос жизни и смерти, или жизни как еврея, или смерть, то есть жизнь как не еврея, да, то есть отказаться от всего еврейского, то, что у него есть, он готов полностью умереть, ну, зачастую, но не отказаться от своего еврейства. Откуда это происходит? Потому что еврей до того, когда он грешит, он не думает, что он отдельно от Всевышнего. Он это не чувствует. И в тот момент, когда мы совершаем что-то страшное или совершаем поступок, мы понимаем, и вот это вот состояние дергает нас настолько, что мы должны быстро вернуться. Оно нас вздрагивает, то есть мы вздрогнулись от этого. Оно нас сокрушает, оно нас меняет полностью. И поэтому, дорогие евреи, если мы оступились, это не то, что не беда, это страшно, но это исправимо. Что значит исправимо? Значит, Всевышний хочет, чтобы мы поднялись после этого на более высокую ступень. Как есть пример, что когда рвется канат, веревочка, если ее сложить в узел, на этом месте она уже не рвется. Она может порваться на другом. Но если мы сделали крепкий узел, там не порвется. Это наше раскаяние. На том месте, где мы споткнулись, мы должны сделать крепкий узел, чтобы никогда больше не спотыкаться на этом месте. А я вам желаю хорошего шаббата и всего самого лучшего.